А, чё, в смы... ты серьезно? Типа... Ты серьезно, да? Ты его не заметил? Или он тебя не заметил? Что из-за этого, даже не знаю. Так, всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить динамическую кампанию за Германию. В прошлый раз нас по полной отметили, и, в общем-то, я буквально благодаря четырем, собственно, солдатам победил, причем ими же. Ну, ладно, если честно, я использовал некоторую технику, но, блин, я буквально превозмогал. К слову, можете посмотреть этот видос, он у меня есть на канале, там где-то сверху будет подсказочка. Вот, ну, собственно, благо, хоть какие-то трофеи с этого всего действия сохранились. Ну, в общем-то, вот, ПТ-7 есть, 72К, ДШК также. Но мы сейчас будем защищаться, поэтому я выбрал специфичные юниты. Собственно, вот они, да. То есть тут у нас уже есть Панзер 4Т, нормальный танк, наконец-то, ну и Хезер, естественно, 76-миллиметровка советская, вот, и, в принципе, ящик боеприпасов, ну и пехота, соответственно, и грузовик санитарный, нормально. Так, я помню, там закончились снаряды, но вроде как я его пополнял, так что, в принципе... Такой проблемы больше быть не должно. Ну, вообще, вещь реально хорошая, мне понравилась. Ну, во всяком случае, когда она за меня воюет. В общем-то, как-то так. Ну что ж, начинаем. О, нет. Три точки. Я к этому не был готов. Еще черт знает, откуда они атаковать будут. А, что ж, распаковываем наш, так сказать, пакет техники, ну и пехоты, собственно. Так, блин, не знаю, ну, панцер пусть сюда едет, наверное. И, нет, пусть лучше он, да, пусть лучше он, пожалуй, где-то здесь будет. Вот. Так, хэтсер сюда. Артиллерия, ее подвести вообще, хорошая. Так, ну, пехота сюда, я думаю, пусть бежит. Так. Ну и это сюда. Так, ящики. Ведь не знаю, насколько здесь будет в большом количестве боеприпасов потребность. Ну, допустим, ящик я направо где-то введу. То есть пусть он здесь будет. Если что, машина приедет направо. То есть, ну, я думаю, ничего страшного. Единственное, как с этой точкой поступать. Ну, на самом деле, можно, в принципе, сюда хедзер отправить и примерно здесь оставить пушку, я думаю. То есть, ну, почему бы и нет. Ну, и часть пехоты туда, соответственно, тоже отправить. Конечно, я не очень хотел бы так поступать, но карта меня вынуждает. Вот. Хотя я мог бы, на самом деле, эту точку даже оставить, но, честно, мне не хочется так делать. Ну, это мой выбор, что ж. Я попробую. Если это будет не слишком эффективно, в дальнейшем буду использовать другую тактику. Хотя, может быть, эта неэффективность будет стоить мне буквально все мои пехоты. Ну, в общем, посмотрим. Так, три пехотинца. Ну, чуть больше. Пятерых. На всякий случай. Опять же. Так. Хеттер на месте. Пусть он где-то вот здесь будет, в кустиках. Так, 2 минуты осталось. Артиллерия. Ну, фугасов у нее полно. Отлично. Так. Давай. Каждому по окопу, хотя пулеметчик сюда можно разместить. Так. Сюда давай. Ну и как-то так, я думаю. Так, всё. А пусть машинка будет здесь. Чисто где-то в тылу стоять. Так, ящик несут. Фазик есть, пехота тоже. А, так. Так. Как бы это грамотно разместить? Вот сюда можно, например. Так. Давай. Ну, я думаю, так вполне нормально. Дойдет, так сказать. Так, ящик.
Давай куда-то сюда, что ли. Все нормально. Так, карта есть, пехота тоже. Это в том числе. Так. Этих еще можно расставить. Ладно, это плохое место для него, пожалуй. Пусть здесь, наверное, копается. Здесь тоже так себе. Ну, пусть здесь просто чуваки окопаются. А, этот пусть... Не ставим тебя здесь, пусть что ли. Так, все. Кэцер на готове. Так, выключаем мотор. Так. Ну что ж, через пару секунд начнется атака. Можно еще пораставлять пехотинцев, на самом деле. Все же лучше, пусть окопается. Пока еще хоть какое-то время есть. Здесь бы им тоже, наверное, не помешала эта практика. Так. Не знаю, эффективно ли. Ну, в принципе, почему бы и нет. Так. Плюс пехотинцы. Да, пусть здесь будет. Пойдем. Так, давай, не ленись. Ну, вроде как неплохо расставили. Так оно дотягивается вообще. Вполне себе. То есть, если где-то здесь будет враг наступать. Так, он уже, походу, наступает. Примерно отсюда. О, да. Это едет. Ну, в принципе, пушка уже готова стрелять. Надеюсь, это не что-то очень злое и нехорошее. Тут хитов так-то нету. Ну, если что, Хензер поможет. Я думаю. Так, я на всякий случай его сюда направлю. Так, есть ли что-нибудь? Вообще есть. Но по звукам это не что-то уж сильно угрожающее, хотя я могу ошибаться. Так, что-то очень... Твою... Так, быстрее, давай. А, так, дымы, срочно дымы. Это моя гениальная тактика против танков здесь. В таком случае, если они очень близко подъезжают. Так, давай. Хорош. О, здесь 5. Капец, его не видно. Давай, по башке. Вот так. Отлично. Так, осталось его окончательно добить. Так, ну у нас еще один такой есть. О. Так, давай. Зачем ты промахнулся? Промахнулась, точнее. Пушка. Да они уже успели. Так. Отдыхай давай. Это... Серьезно? И типа... Может ты как-то вмешаешься, не? Ладно, очевидно, у него дальность. Ну, просто у него дом перед этой херней был, все. Так, давай. Блин, жалко, что, конечно, она сгорела. Блин, не достать, ну ладно, я не думаю, что это большая потеря. Так-то. Надо окончательно прикончить тут танк. Еще жив, серьезно? А, все, уже нет. Отлично. Так, ну здесь хотя бы все пока что живые. Так, в смысле. Что такое? А, это снайпер, блин. Так, аккуратней.
Ложитесь. Снайпера не убили. Серьезно? Я просто не хотел, чтобы у него винтовка там как-то разлетелась. Да не ругайся тут, блин. Хотя как тут, наверное, не ругаться? Ну, уж постарайся. Так. Шлепники. Ну, в принципе, что от них и ожидать? Так. Активизируйтесь, пожалуйста. О, боже. Дядя, можно не надо? Не стреляй, пожалуйста. Какой же он тупой, а? Он что, не пробивается пугаться? Или все же пробивается? Ну, видимо, как-то через раз. Нужно, скажем так, приложить усилия к нему. Ну, в общем, пробивается. Нормально. А, да когда ж ты сдохнешь? Ладно, сейчас я помогу ему. Так, а тут есть какой-нибудь хороший такой штрафник с ПТ-гранатой? Либо они всех не будут, вряд ли, конечно. Да, да, пожалуй, это бред, и правда. Так, ты чё, ожил? Надо так. О, снайпер, может, снайпер? Ладно, вряд ли будет что-то такого снайпера. Ладно, короче. Всё, давай. А, боже. Еще один. Так, ну, не так же, блин. Уже опасно. Наконец. Тебя попадать начало. Забей. Тихо. А. Отлично. Так, нам нужна помощь. Черт. Так. Это не очень хорошо. Давайте. Сюда. Да просто уничтожил все. Давай. Так, ну и второго. Где он там? Вот он. Найс. Заклинило, да. Да когда ж ты сдохнешь, а? Черт себя подери. Неубиваемый, ей-богу. Так, ложись. На часть пехоты сюда перевести, я думаю. Наверное, даже большую часть. Или вообще танк, кстати. Танк был бы неплох здесь. Так, я думаю, танк и часть пехоты. Сюда один фиг ничего не едет, я так понимаю. Короче, если что, там от местности можно играть, а вот пехота здесь понужнее в целом, чем там, мягко говоря. Что я делал? Так, нет. А чё, в смысле? Ты серьезно? Типа, ты серьезно, да? Ты его не заметил? Или он тебя не заметил? Что из этого, я даже не знаю. Ладно, короче, давай сюда. Боже. Ну, чё, что? Ясно. Сваливайте отсюда. А, да, пожалуй, не стоит держать больше, чем ты сможешь держать.
тихо. Давай сюда. Пехота. Так, у меня же еще осталось пехота. Ну да, мини. Вы сейчас очень нужны. Невероятно. Тихо, ложись. Так, давай, наводи суету. Так, пехота. Найс. Так, беги. Иди сюда. Наконец-то. Так, пока у них ничего не едет. Ну, это их лучше. Так, этого уже не починить. Так, что ж, давай, вот тебе работа в кухне. Он же может что-то принять? Не знаю, что быстрые клавиши сейчас не работали. Так работает вроде. Ага. Это интересно, да. Я ожидал чего-то серьезнее, но окей. Чё это за бред вообще? Что за... Они издеваются или чё? Странные какие-то. Гвардеец стрелок. О. А тут неплохо вообще. По луту. Ладно, давайте. Я в вас верю. Так, сюда. Пусть, наверное, чинит ее. А чё шифтер не работает? Что у меня шифт отвалился. Вроде не отвалился, ладно. Так. Давай, чини. О, нет, так. Чё началось-то, эй? Что за... Серьезно, нихера не вижу еще. Так. Ясно. Я понял, к чему все идет. Давай сюда. Ни к чему хорошему уж точно. Давай быстрей. Здесь не там справится. Наконец-то. Хися. Три чела осталось. Не очень хорошо. Так, газик. Давай сюда. Быстрей, пожалуйста. Давай. Давай-ка. Он даже башню не может отвернуть. Что это было? Боже. Ах.
Боже, сколько их. По-моему, их слишком много. Так, отстаньте от этого пехотинца. Он должен жить. Нет, серьезно, если он не выживет, то будет не очень. Мягко говоря. Давай. Пожалуйста, сдохните, я не знаю. О, хуй, что-то. Фига не нагло. А если так? Серьезно, да? Они просто исчезнут. Хрен вам. Да, они все-таки его убили. Опа. Кто это бежит? Не, серьезно? Им даже фугас ни почем. Фига они закаленные. Хоть да, это же гвардейцы. Ну блин, не настолько же закаленными. Закаленные чуваки. Ей-богу. Тихо-тихо-тихо. Что началось-то? Тихо-тихо-тихо. Так. Ну, это уже лучше. Не. Вот тебе на. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я явно играю с огнем. Ну, вроде как. Точка уже не совсем не наша. Так, 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 так. Это. А, машина обычная. Ну и фиг с ней. Кстати, давай. Сюда. Раз уж пока они не так уж и нужны, в принципе. Со мной не так. Так. Что за фигня? Не надо. Чё они такие быстрые? Фига себе. Как так? Жесткие пацаны. Так. Так, 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 так. Так, где у нас миномет? Надо его определенно уничтожить. Так, давайте сюда. Найс. Вон он. Давайте быстрее. Здесь не попадешь сюда. Отлично. Ну все, хана. Тебе миномет.
Да. Всё. Миссия выполнена, можно сказать. О боже. Сколько же их тут? Так, 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 так. Стоять. Стоять. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Что началось-то? Надо так. Господи, сколько их. Жесть. Уже скоро просто давить буду, наверное. Хотя... Да. Я так и делаю. Ну да. Так. Тихо-тихо-тихо, так, что это? Ясно. Проваливаем отсюда. Пытаемся, во всяком случае, не знаю. Я не то слово. Давай. Хилься. Положу. Опа. Давай, 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 давай. А, ну все, ну так вот. Короче. Давай, по пехоте работай. Ладно, не хочет он работать. Надо помочь. Нем. ВБХами по пехоте. Так. Тихо, тихо. А, ему гусы подбили. Такое. Здорово. Твою мать. Можно, не надо. Нельзя. Эх, чуть-чуть давалось времени. Че, опять превозмогать, что ли? Так, ну хотя бы тут, в принципе, экипаж какой-то есть. Уже неплохо. Кстати, он же пополнится от машинки. Интересно вот. О, да, это так и работает тут. Интересно, ну что ж, давай. Так, хится. Пополняйся. Такое. Такое. Как есть. Так. Давай, чуть-чуть. Ты сможешь. Господи. Все, ну теперь, после этого я точно, вот прям 100% возьму больше пехоты. Потому что, ну это жесть. Так, тут только не стреляй по своим, окей. Я же все понимаю. Не надо так. Давай, 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 чуть-чуть. Да! Есть, мы сделали это, черт возьми. Это было достаточно сложно, но тем не менее. А, так, впереди нас ждет, в общем-то, впереди нас ждут исследования и некоторые перестановки. Так, ну первое, что я хочу исследовать, это, конечно, третий эшелон. Однозначно, я думаю, стоит того. А, так, ну четвертый уже особо не будет хватать средств, ладно. Что еще хотел исследовать? Так, я хотел пойти дальше по веткам танков. Вот. ВЗ4F1.
Так, а чем F1 от 3D отличается? Сейчас надо посмотреть. А, так, где у нас F1? Сейчас, вот. Так, 50 миллиметров. Два пулемета. Так у него 30, блин. Серьезно. Не, ну если так, то, пожалуй, стоит исследовать F1, потому что, ну, блин, 30 миллиметров. Я не знаю, что-то тупанул тогда. Что-то взял его вообще. Зачем? Ладно, так. Давай. Все, в принципе, можно подкопить на следующий танк. Он будет довольно неплохим. Или же что-нибудь взять. Надо подумать. Так, ну, бранденбурсов я пока менять не планирую. Минер, снайпер, крепление. Гриль. Ну, тут, наверное, да, особо ничего не возьмешь. Так, ну, к чертям тебя, пожалуй. Всё. Так, Хедзер 177, ну, чуть-чуть больше, чем ничего, кстати, что там по танкисту. Ну да, его нормально так бафнуло. Так, вообще как-то экипажа не осталось, хоть он был. Ладно. Так, ну что ж, что мы берем? На этот раз можно много всего взять. Так, бранденбургцев пополняем однозначно. Топ пехота. Кстати, что там? Ну, блин, нормально. Так, бахнуло. Так, пушку тоже. Естественно, ящик. Санитаров, конечно. Так, Хедзер. Хедзер, не знаю, пополнять ли. Проще, наверное, пазик взять, что ли, один фиг. Так, ну он просто универсальнее будет, банально. Так, ну что еще можно взять? В принципе, пехота еще, я думаю, это однозначно. 100% я возьму еще пехоту. Плюс бранденбургцы. Так, БТ-7. Ну, это БТ-7, что ж. Башка. Довольно дешево, что бы и не взять. Так, что еще? Ну, ТШК можно. Наконец-то можно взять что-то, в принципе, не выбирать толком, что именно. Все, готово. Так, инженеров не стоит брать. Чеха, наверное, тоже. Ящик с боеприпасами. Наверное, проще машину будет взять. Хотя, ладно, я еще ящик возьму, просто чтобы был. Так, ну еще 10 очков остается. Можно, конечно, зенитку взять. Ну, вообще, да, кстати, неплохая тема в целом. Но я их как-то не люблю, просто потому что они не особо универсальны. Но вообще можно. Ладно, ради эксперимента я его возьму. Блин, ну прям со следами от снарядов. Фига себе, прям сохраняется. Ну, нормально так. В общем, да, как-то так. Спасибо, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, увидимся.